Житель Зацвежского района обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях, в результате которых еще в марте текущего года перевел злоумышленникам более 2 миллионов рублей. Мошенники под видом сотрудников банка сообщили о попытке неизвестных оформить на имя молодого человека кредиты на максимальную сумму. 22-23 марта по звонку неких лиц, пользуясь, взял кредит в банке ВТБ на сумму 1 682 000. Также кредитную карту в Газпромбанке с лимитом 200 000 рублей. Так как мне сказали, что по моим паспортным данным кто-то пытается уже получить эти деньги. Уважаемые жители региона, у МВД России по Ульяновской области обращают внимание граждан на то, что сотрудники правоохранительных структур и банков никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию, не требуют проведения каких-либо финансовых операций, не сообщают об утечке личных данных клиентов банков, о несанкционированных доступах к счетам граждан.